Всем добрый день! Сегодня мы готовить будем кабачки. Очень быстро и мега вкусно. Берем два овоща, моем, очищаем от кожуры. Нарезаем. И вычищаем семечки ложкой. Затем берем терку и натираем на терку. Также солим и перчим на ваше усмотрение. Перемешиваем. И отжимаем лишнюю воду. Берем чеснок, добавляем в массу и добавляем 2 яйца. Также перемешиваем. Просеиваем 100 грамм муки. Также вы можете в блюдо добавить одну картофелину, но это на вкус. Я еще добавляю в рецепт столовую ложку манки. Ну, это тоже по желанию. Вы можете не добавлять. И немного майонеза. Также все перемешиваем. Затем подготавливаем тарелку с бумажным полотенцем для того, чтобы лишнее масло у нас стекало. Разогреваем сковородку, добавляем масло подсолнечное и выкладываем нашу массу в форме оладушек. Обжариваем с каждой стороны по 2 минуты буквально, жарятся не очень быстро. Выкладываем на тарелку. Получается где-то 2 порции полноценные. Нам нравится кушать со сметаной. Кто-то, может быть, какой-то соус может сделать. Приятного вам аппетита!